смотрите, счастливая ручка написана. Легкая. Чтобы я не выбирал. Работа над этим проектом шла более 3 лет, и, наконец, документ был подтвержден и имеет юридическую силу. Теперь молодые люди смогут принимать непосредственное участие во всех значимых районных мероприятиях и поддерживать тесный контакт с руководителем района. Молодежный совет призван стать активным помощником местной власти в приобщении юного поколения к общественной и политической деятельности, решению социальных и экономических проблем на уровне местного самоуправления, а также воспитание юных граждан в духе патриотизма и уважения к родной земле. Молодежь будет иметь право отстаивать свои интересы, представлять свои интересы, вносить свои инициативы. Ну и в перспективе, надеюсь, реализовывать ее должным образом. Ну, быть, как говорится, младшим братом действующей власти в Ленинском районе. Очень хотелось бы, чтобы эта работа развивалась, продвигалась. Совету предстоит определять и анализировать проблемы, существующие в молодежной среде, участвовать в деятельности органов местного самоуправления в сфере социально-экономических отношений, оказывать информационную и консультативную помощь молодым гражданам при решении их социальных проблем. Также участники встречи смогли обсудить с исполняющим обязанности главы Олегом Хромовым интересующие их вопросы. Есть такой спортивный объект, футбольное поле, старое футбольное поле в нашем поселке Горки-Ленинские. И наша молодежь и все спортсмены мечтают сделать там стадион. Администрация нашего поселения выполнила этот проект строительства стадиона, но в связи с кризисной вот этой ситуацией и сокращением бюджета стадион пока не строят и неизвестно, вот, через сколько он лет будет там. А мечта вот эта у нас есть, чтобы все детки там и турниры проводили, и выходные проводили, свой досуг спортивный с родителями. В состав юного районного органа войдут 25 человек, среди которых представители от городских и сельских поселений района, студенты высших и специальных учебных заведений, расположенных на территории района, молодежных и общественных организаций, а также жители Ленинского района в возрасте от 16 до 30 лет. Куратором молодежного совета с правом совещательного голоса станет глава района. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.